Хотел с пивом завязать, да, не пить никогда никакого пива вообще и ни алкоголя вообще никакого, но выбесили меня сегодня, такие твари меня выбесили, да? Им там пишешь, да, там это самое, 2 плюс 2, это будет 4. Они все равно. 57 будет, 57. Ты опять 2 плюс 2 равно 4. А они 57. 57. Идиоты, блядь. Такие ты идиоты, да? Ты не тупорылый, да? Ты в наглую говоришь, да? Ты это самое, долбоёб. Они прям, что-то там не веришь, долбоёбы, да? Да, долбоёб, не веришь, долбоёб. Ну, а на дегустации сегодня пиво черниговское такое. Новое. Черниговское новое. На новом производится в России, на новом заводе. Новая она, потому что на новом заводе производится. Как бы, да, вот. Смотрите, какая упаковка, да. В городе Клину раньше от МПК. Раньше оно было черниговское, и оболонь были от МПК. Это, а черниговское можно было отравиться просто. Такое говно делали просто, да. А теперь это все из города Клин. Вот, Санным и Набнев. Это уже гораздо лучше, чем это там, да. Хера тупить. Вот, ща продегустируем, короче, внимательно. Пока открывал, понюхал, как оно пахнет. Оно вообще пиздец пахнет вкусно, да? Да, есть что-то от черниговского настоящего. Видите, упаковка, смотрите, какая вообще вот. Пиздец, да? Раньше, помните, она такая была, просто как будто бы... да, просто черниговская была написана и все. И нифига, тут и тут выбито, и тут вот видите. Буква Ч выбита. Тут круче сделано намного. Там даже вот рифленое что-то есть внизу. Вот. Какая-то, да, то есть под как будто пивные пузырьки. Так, по дизайну хватит, давайте. Вкус. Ну, по сравнению с тем, по-моему, что было, это вообще суперский вкус, да? Правда, он какой-то не свежий, вы знаете, вот. А если вы пили, да, вот этот, да? Хайнекен, то оно не создает ощущение свежего пива, да, то есть такое староватый, вот, то ли соус староватый, то ли еще что-то такое. Вот есть такое ощущение, как на Хайнекене, да, хотя они кого-то специально добавляют туда, наверное, тухлую часть пива прошлого, сброженного уже в новое специально, чтобы такое было. А тут оно такой эффект случайно получился, что типа, как у Хайнекена, скорее всего, случайно получился. Не хотели него добиться, а может черниговское такое. Я никогда в жизни настоящего черниговского не пробовал. Потому что я на пивную тему перешел как раз под эти, под санкции, под самые. Оно продавалось еще в 13-м году, да? В 12-м, в 13-м, но я не купил почему-то. Решил не покупать. И поэтому настоящего черниговского я не попробовал. Было черниговское белое, да, какое-то еще. Как я помню, белое было и черное, да, белое с зеленой этикеткой, то есть из настоящего, из Украины, да. Не черниговское, а может черниговское белое, кстати. Или оболонь, да, вот зеленая этикетка, оболонь. Белое, да, вкусное, да, такое. Должно было быть, по идее, не попробовал тоже. Попробовал тоже мытищинское, это такой хлам. Черниговское белое, да. Но еще я черное упустил, черниговское было черное еще. Как-то в продаже. Летом одним. Я тоже упустил. Или оболонь. Я путаюсь, черниговская оболонь для меня это одно и то же. Поскольку производила одна компания, да? Мне как бы все равно было, да? Я их в одну кучу просмешаю. Куча какой-то из них было и черное, да. А оболонь, скорее всего, был белым еще. Белый вариант был оболонь. А местное оно было говно, то есть, да? Такое же название, такое же все, бутылка чуть другая и говно уже, да? И из мытищ говно полнейшее, да? Потому что вода параш. Притом они просто из водопровода набирают, они пишут, артезианская скважина, МПК пишет. Не вот это клинский завод. Давайте представим, что это МПК, вот так закроем. И представим, что это МПК, вот горлышко у них одинаковое. А они пишут, что они артезианская скважина, 320 метров. Где? А где она, в мытищах? Под Ярославским шоссе, что ли, находится, да, там? Где миллион машин ездит, не верим. Так что они берут это все просто из-под крана, да? А район плохой, поэтому вода там, трубы ржавые, там все там. Район, то есть эти заводские вот эти помещения, их еще при Ленине не построили наверняка.
первое индустриальное строительство, да? Вот. Дальше дегустируем. Ладно, короче, надо давать оценки. А то долго монтировать. Вот эта вот колбаса, шинка пикантная. Как и все от фирмы Иней, получает 5. Как говорит Джафар, продался фирмы Иней. Ну, как бы она считается Иней, да? Не знаю, где это написано. Пятерка однозначно пушой, это вообще суперский, да? А вот это вот Черниговская я уже отпил тут прилично, да, где-то. Ну, грамм 200. Все-таки это четверка. Четверка с плюсом. Но не за цену. Коча по цене, если посудить с ценой, не только по вкусу, а по цене, то, соответственно, по цене она 3,5, да? 3, 3, да. 3 с плюсом. 3 с двумя плюсами, да? Пуш цена 99 рублей за литр, это дорого, но зато она нормальная и вкусная, а не то. Не та хрень из фикс прайса, что оно раньше было. Потому что раньше оно продавалось в фикс прайсе и стоило 50 рублей. А Мытищинского завода наверняка и продается до сих пор, да? Какой-то там баллон, да, еще что-то есть, да? Это самая большая кружка. И от МПК, да? Вот видите, как они раскрутились, МПК, кстати, я коротко скажу, они раскрутились, они качественно варили до пива. Потом раз, и они схлопнулись моментально, не прошло их 3 лет. Вот тебе и слава. Ладно, тащим-то, господа. Четверка, если вас не волнует цена, то это четверка с плюсом. А если вас волнует цена, что это, то это тройка с двумя плюсами. Вот. Почему с двумя плюсами? Потому что все-таки лучше, чем тройка стандартная с плюсом. Но по цене все равно четверка не тянет. Вот так. Every good. Найдете там, дегустируйте, да? Я уверен, Черниговское другое, это похоже скорее на Хайнекен. Вот кто в Украине, вот это чисто Хайнекен, да, по вкусу. Сравните Черниговское и Хайнекен. Если будет похоже, да, то есть одно и то же, то так и должно быть. Соответственно, это похоже. А если Черниговское ваше украинское не похоже на Хайнекен, то не знаю. То значит нас обманули, да, недоделанный Хайнекен просто вылили сюда. И все, то есть, да, какой-то забарковавшийся. И сказали, да, бейте, пейте там, да, лакайте. Но, господа, тушите свет.